зашибись, блядь. Устраняли конкурентов. Третье. Вера во всемогущество вождя – это возможность снять с себя ответственность за все, что происходит в стране. Трудно понять и принять современный мир во всей его сложности, потому что да. Усилия и постоянная учеба, напряженной работы, участие в открытой конкурентной борьбе. Передо мной бай. Вам скажу, сюда проехал. Что ли, а? Вот он больной, блядь. Есть! Еще раз! Охренеть! Ебать! Пизда, блин! За каждый набор палочек доплата, за каждый соус доплата, за хуйню эту красную, как она? Васаби, а имбирь? Имбирь доплата, за васаби доплата. Нихуя себе! Охуеть! Да. Да. Остались ли что это, мало ли? Номер, номер, замути у него.
Да все, пизда, мы не проедем. А что случилось-то? Ёбаный. Его занесло или что? Я не знаю. Тачка въебалась или что? Да. Вон четверка. Вернула или там. Погоди, въебал этот. Что, сжимай там, нет, блядь? А я в бордюр просто улетел. По тачке ебануло или что? Я не знаю, в бордюр улетел. Один полетел. Пошли, выйдем, посмотрим. Ты предложи нам всем устроить? Да. Скажи это. Знаете, что я хотел. Все там было. А, у тебя же это, блядь. Только, блядь, поставил.